День добрый! Сейчас будем заходить в Армани, покажем новую коллекцию. Сразу говорим, на них сейчас, на все товары из новой коллекции нет скидок, но буквально через 2-3 недели будет акция. При покупке от двух вещей должна быть скидка 20%, при покупке от трех вещей будет 30% скидки. Пока что такая информация. Сейчас зайдем, все покажем. Пойдемте. Покажем аксессуары, часы, кошельки, визитницы, ремни. Цены указаны. Напомню, что у нас есть доставка во все страны СНГ, Россия, Казахстан, Армения, Азербайджан. Грузия. Причем в некоторые страны есть собственная служба доставки курьерской, то есть самолетом напрямую. Буквально за 2-3 дня посылки всем в крупных городах. В том же Ереван, Баку, Алматы. То есть доставка есть. То есть получают здесь визитницы от 53 евро. Портмоне от 58 евро. Это все мужская коллекция, мы сейчас показываем. Пердончикос. Подумай, со старым видео. Это все мужское. Здесь женские, сразу покажем часы. Покажем обувь, покажем сумки. Повторюсь, акция будет недели через 2, через 3. Да? На что-то, какие-то модели не будут участвовать в акции, это сразу нас предупредили. Но большая часть моделей будет участвовать в акции. Пойдемте, наверное, с мужского начнем. Обувь, интересно, есть. Ланцы, кстати, очень классно есть. Пойдемте. Например, вот такие сланцы, да, вьетнамки, такие достойные, 22 евро. 22 евро. Такие легкие, 27 евро. Дальше. Цена здесь 55 евро. То есть, и, скорее всего, они будут участвовать в акции. То есть, от этой цены еще, скорее всего, минус 20% и минус 30% будет скидка. Здесь цена 37 евро. Это все летняя коллекция, новая коллекция, поэтому сланцы, шорты, футболки. Пойдемте по порядку обувь теперь. Такие кроссовочки. 101 евро. Здесь и кожа, и искусственный материал, вставки. 101 евро. Ну и минус 30% должна быть еще скидка максимальная. Также есть такие в белом цвете. Мне кажется, это больше унисекс. Тоже 101 евро. Ну и минус 30%. Есть такая модель. Текстиль по цене 86 евро. 86 евро. Ну и минус, соответственно, акция. Какая будет? Косметички, рюкзаки, нейлон. Давайте по цене посмотрим. Чтобы ценник найти. Так, давайте. Есть ценник. Ценник есть. 40 евро, кстати. Были 65,
минус 38% и 0,4 стал 40 евро. 40 евро такие рюкзаки. Ну и черный плюс-минус в такой же ценовом диапазоне будет. Такие рюкзаки. Смотрите, кожаные. Такие. Мужские. Здесь лямочки регулируются, естественно, это все можно потянуть. Вот подтягивается легко, регулируется. По цене, такая спинка. Интересно, по цене какая будет у нас. $190. Ну, это все мужская модель. Так, и состав. Давайте посмотрим. Здесь натуральная кожа, смотрите. Бычья кожа. 100% бычья кожа. Такой достойный рюкзак. $190, ну и надеюсь, на нее тоже будет скидка. Минус 30%. Такая модель. €147. €147 и состав полиэстер. И снаружи тоже полиэстер. Да, это получается синтетика. Все синтетика. То есть это не кожаный рюкзак. Это не кожа натуральная. €147, ну и минус там акция. Такой рюкзак. Если кому-то что-то понравится и не успеем показать, делайте скриншоты и присылайте, пожалуйста, на WhatsApp. +34 633 644 944. Всем ответим. Так, тут еще найти ценник, та еще задача. Вот он. Ух, €397. Однозначно натуральная кожа. Даже по цене. Да, вот видите. 100% натуральная кожа. Ну и, соответственно, акция минус там 30%. Кроссовки. Такая модель у нас по €140. Шапочка такая. Вот ценник. 82 евро. 135 стоили, €82. Ну и минус там 30% от этой цены. Максимум. Максимальная скидка, повторюсь, бывает только 30%. Больше у них не бывает по акции. Бывает распродажи, конечно. Но это получается в месяц июль-август. Сумочка под документы мужская, €119. Ну и минус 30%. Такая модель. Есть в черном цвете. €101. €101 по составу. Тяжело сказать. Да, тут. Если кому-то надо, уточним. Дальше, наверху тоже, видите, общим планом. Наверху тоже он там кожаный рюкзак однозначно. Так, вот эту модель еще покажем по документы. Все, спасибо большое. Спасибо. €238. Мягкая зернистая кожа. Мягчайшая даже, я бы так сказал. Видите, все в упаковке еще вот. Только-только выставили модели они. Так, кроссовки внизу какие мы не показали? Вот эти. 177. €101 по составу. Полностью натуральная кожа вверх идет. То есть все это натуральная кожа. Ну, €101 минус 30%.
А вот смотрите, текстиль, замша, классные кроссовки. По цене 110 евро, ну и минус 30%, если они будут участвовать в акции. Так, здесь показали, вот эти синие не показали. Кстати, очень легкие, вообще классные. Ставки из кожи здесь. Ликусят они. По цене, а вот ценник, 116 евро. Ну и минус там 30%. Ремни. Покажем общим планом ремни. По цене. То есть, например, вот такая модель. Просто для понимания, это, кстати, двухсторонний ремень. То есть очень легко меняется. Для понимания цен. Вот ценник. 77 евро. 77 евро. Ну и минус там 30%. 77, 72. Допустим, какую еще модель показать? Давайте такой узенький под брюки. По цене получается 71 евро. Ну и минус там 30%. Ну, примерно около все 70-80 евро. Такой ценовой диапазон. Давайте еще такую модель посмотрим. Ух, да и дороже сразу. 135 евро. Минус там 30%. То есть вот это подороже ремень. Классический черный из мягкой кожи. Тоже двухсторонний он получается. Черный. Легко меняется, становится такой Made in Italy, естественно. Темно-коричневый. По цене 72 евро. Ну и минус там 30%. Повторюсь, акция, ну, примерно через 2-3 недели, как сказали в магазине. Ждем. Футболки. Тут нам сразу предложили продавцы футболки. Модели. Допустим, такая по 43 евро. 43 евро. В белом цвете. Такая моделька. По цене 30 евро. Футболка 30 евро. Но опять же, от этой цены еще должна быть акция. Минус 30%. Так, ценник 40 евро. Такая модель 40 евро. Такая модель тоже за 40 евро. Ценник вот. Все, ХБ. Такая модель 31 евро. Long sleeve с длинным рукавом. Тоже ХБ. 31 евро вот ценник. Кстати, мужские очки. 89 евро, 79 евро. Портмоне. $78 евро там. То есть цены разные. Так, футболки оставим здесь все. Пойдемте дальше. Есть, кстати, вот поло. Для понимания цен. 55 евро, кстати, поло. Есть все размеры, это все новая коллекция, повторюсь, естественно, все размеры есть. 55 евро. То есть было изначально 90 евро. От этой цены еще должно быть там минус 30% максимально. То есть все цвета сейчас покажем.
выбор большой. И размеры тоже, потому что это все новая коллекция, повторюсь. Внизу еще, кстати, две модели футболок есть. V-образный вырез. 37 евро. Так. 37 евро, ну и минус 30% максимум. И в темно-синем цвете есть. Это мужские шарфы. Шарфы, правильно. Так, есть еще поло, да, то есть очень много выбора цвета поло, расцветок и футболки тоже. Здесь круглый ворот. А это та же модель, которую мы показывали. Пойдемте посмотрим джинсы. Так, боксеры. Тут выбор большой. По цене тоже надо все смотреть. Ну, где ценник? Вот он ценник. 31 евро. Опять же, это белые. Есть наборы. Допустим, давайте вот этот темно-синий. Плавки. По цене 18 евро. Ну и, возможно, будет минус 30%. Повторюсь, также. Есть такой цвет. Есть в белом цвете. То есть... Разные есть. 24 евро. То есть разные цены есть. Ну, повторюсь, от этой цены еще должна быть акция. Скидка будет тоже. 24 евро. Так, наборы. Три штуки в упаковке. Черный цвет, белый цвет. Белых очень мало по цене. Давайте откроем. Три штуки 26 евро. Ну, хорошая цена. И минус 30%. Также в белом цвете. То есть наборы разные есть. Идем дальше. Акция. Две футболки по 35 евро. Это акция. Черный цвет футболок. €35. Ну и минус там 30%, скорее всего, будет еще тоже акция на них. Берем на место. Размеры все есть. Вот сейчас вижу, здесь все есть размеры. Здесь поло 61 евро. Кроссовки такие по 86 евро. Ну, это текстиль, то есть здесь не кожаный, легкий, летний. Летний вариант. Шорты плавательные по 49 евро. 49 евро. Есть посветлее расцветки, вот такие. По цене вот эти 49 евро будут. Джинсы. Общим планом джинсы. Тоже летний вариант, такой легкий. Очень легкий, прикольный. Так, по цене 88 евро.
Это темно-синий цвет, regular fit, есть slim fit, extra slim fit. Давай классические вот эти джинсовку посмотрим. Это slim fit. По цене. Где у нас ценник здесь? Хотелось бы найти его. Вот ценник. €141. Ну и дополнительная акция. Это для понимания цены. Также, естественно, костюмы. Это шорты. 55 €. 55 €. Это все, повторюсь, мужская коллекция идет. До женской тоже дойдем. Такие штаны 65 €. Ну и там минус, соответственно, акция какая будет. Такой свитшот. 61 € тоже. Черный цвет полностью. А худи-то. 61 €. Такая мастерка с капюшоном. По цене. Интересно бы мне узнать цену. Где цена прячется-то? Нашел. Цена 129 €. Ну и минус там, грубо говоря, там 30% максимум. Эти бейсболки тоже. Так, в черном цвете вот такие модель 101 €. Ну, в синем мы показывали, кажется, такая модель уже была. Такие летний вариант, как и в желтом цвете. 80, не видно ценника. 80 €, что ли? 80 €. Такие 86. Бейсболки. Вот, кстати, классные летние бейсболки. Бейсболка 37 €. В оранжевом цвете. В белом чуть подороже 43 €. Ну и минус там 30%. Повторюсь, на какие-то модели будет скидка, на какие-то модели не будет. Все это будет ясно недели через 2-3. Кстати, вот футболка спортивная. Такая для занятия спортом, для бега. Очень легкая. €37. Ну, соответственно, минус 30%. Это, в общем, планом для понимания цен. Такая футболка еще, кстати. Тоже все это новая коллекция. Такая майка. По цене 46 €. 46 €. Так, уберем на место.
Так, на липучке вот такие кроссовки, 116 евро. Такая модель унисекс даже. €86. Ну, минус 30%. И в темно-синем цвете тоже €86. Это темно-синий цвет, пятки даже черные. Темно-синий, черный. Смотрите, есть такая толстовка. По цене. Вот ценник. 68 евро. 68 евро. Ну и минус 30%. Футболки. €40 такая. Ну, показывали в самом начале похожие футболки. Под толстовку также можно подобрать штаны. Цена €82. Ну и минус 30%. То есть, в принципе, будет костюмом. Вот. И так идет костюмом. То есть, опять же, можно там S-ку взять вверх, низ M-ку. Или наоборот. Это то, что касается мужского. В общем, планом сейчас покажем. Так, еще вот это, да? Получается худи. С капюшоном. На флисе, кстати, утепленная такая. На флисе цена 64 евро. 64 евро, ну и минус там 30%. Шорты. Шорты по 55 евро. Ну и минус 30%. Наверху текстильные нейлоновые рюкзаки, сумки, кепки. Если кому-то что-то надо, повторюсь, сделайте, пожалуйста, скриншоты и будем уточнять. Пойдемте прокажем все из новой коллекции, там пиджаки общим планом. Если кому-то что-то надо будет, все сделаем дополнительной фотографией и покажем. Например, вот эти кроссовки. 140 евро. Естественно, здесь стелька снимается. Да, если кому-то надо, замерим стельки, подберем. То есть все мерим, все практически всем удачно все подходит. Даже покупая онлайн, заказывая онлайн. 126 евро такие. Очень легкие. Такая ветровка 189 евро. €238 цена. Кожа, текстиль. Ну, минус там 30% максимум. 226. Натуральная кожа. Здесь полностью отделал, получается, пиджаки, рубашки, туфли. Давайте чуть покажем для понимания цен. 238 евро. Вот такая модель. И такая модель 201 евро. Ну и минус там 30% от этой цены. Берем на место, вон там еще обувь сейчас покажем. Ух, какая мягкая кожа. 281 евро цена. Мягчайшая кожа.
цена 110 евро. Ну и минус там 30%. Такие туфли ценник вот 153 евро. Все натуральная кожа, подклад тоже кожа, 153, ну и минус там 30%. Пойдемте в женский отдел, покажем общим планом. Посмотрите, повторюсь, что кому интересно, делаем скриншот и присылаем на WhatsApp. И все уточним по цене, сделаем фотографии. Джемпер 107 евро. Ну и минус там 30%. Сделано в Словакии, 60% шерсти и 40% акрил. Пойдемте в женский. Это полностью, вот эта часть, это женский отдел. Женский, причем женский и детский. То есть здесь еще тоже много детского. Такие детские сланцы, хотя они можно и 40 евро. Платят 220 евро. Такой пиджак 500 евро. Ну еще на минус 30% будет от этой цены. Босоножки 201 евро. Ну и минус 30%. Все натуральная кожа, даже подошва. $214 евро. Все это тоже натуральная кожа. Такие брючки. Летний вариант. 128 евро. Ну и минус 30%. Так, это юбка, что ли, у нас получается. Юбка, для понимания цен, 250 евро. Ну и минус 30%. Идем дальше. Это все детское. Для понимания цен, детские футболки 73 евро. Пойдемте в женский отдел, где обувь. Это все детское. Это все детское. Давайте кроссовки вот эти посмотрим, детские сколько стоят. 92 евро. Кожа и текстиль. Минус 30% от этой цены. Такие 146.
146 евро. На липучках в 92 евро. И большой, и маленький размер, 92 евро. Кожа, текстиль. Такие 111 евро. €165. Такие кроссовки €165. Ну и минус 30%. Вот эти классные. На девочку 92 евро. Ну и минус 30%. Кожа, текстиль. Это все женские модели начинаются. Например, такая модель. Натуральная кожа. 101 евро. Кожа и ставки искусственные. 101 евро. В черном цвете. 107 евро. Ну и минус 30%, не забываем, от этой цены должна быть акция. Такая модель 77 евро. Такие кроссовки 77 евро. Минус 30% от этой цены. €153. Состав кожа, внутри тоже кожа. И минус 30%. Оригинальная модель. Такая модель, €122. Ну и минус 30%. Это текстиль. Платья падают. Кстати, джинсовка вот такая, 159. Куртка джинсовая, 159 евро, ну и минус 30%. Платье 220 евро, ну и минус 30%. Кроссбоди. Один общий отдел. 80 евро, кстати. Ну и минус 30%. Но мне кажется, что это не кожа. Если кому-то надо, уточним. Сандали 140 евро, минус 30%. Ставки из кожи внутри, все здесь. Сверху и снизу. Такой летний вариант. Здесь есть кошельки женские по 83 евро, красный цвет 98 евро. Эти модельки по 96 евро, 98, 96. Есть маленькие монетницы 77 евро. Здесь, к сожалению, все закрыто, тут не показать. Если кому-то надо, сделаем фотографию потом. Да, много детских моделей на девочек, на мальчиков. Сланцы на девочке. По цене получается
46 евро. Ну и минус 30%. И вот такие 37 евро. То есть 7 евро минус 30%. Это шарфы женские. Ну, для понимания цен. Чтобы найти цены. А, вот они, 130 евро. 130 евро. Это уже женские размеры будут. Такие сланцы 49 евро. Вьетнамки. 49 и такие даже 30 евро. Вот эти 30 евро, ну и минус 30%. В красном цвете также 30 евро. Ну и минус 30% получится 21 евро. Купальники. Такие вьетнамки 43 евро. Ну, очень легкие. 43 евро и минус 30%. В черном цвете 30 евро. 34 евро. Ну и минус 30% от этой цены. Кстати, женское поло есть в темно-синем цвете, есть в белом. По цене 44 евро, кстати. Ну и минус 30% от этой цены еще. И такая же модель в синем цвете есть. Это маленький размер, я так понимаю. Да, 44 евро, размер МК. Джинсы женские, для понимания цен. €119. Ну и минус 30%, не забываем. Максимальная скидка, возможно, минус 30%. €153 такая модель. Дополнительная будет минус 30%. Очень легкий, кстати. Ценник вот здесь внутри. €119. Кстати, тоже очень легкие кроссовки. 101 евро. И дополнительно будет минус 30%. Вот здесь стелька не вытаскивается. И здесь стелька не вытаскивается. И вот такие кеды, кстати. 107 евро. Я думаю, что это все, да, натуральная кожа. Очень легкие. Такую модель мы видели в мужском отделе, то есть как унисекс идет, эти тоже модели, как унисекс, ну, для понимания цен, 101 евро. 101 евро, 101 евро, 92 евро. Но это не кожа, здесь показано, что не кожа. А нет, полностью кожа, вернее. Все кожа, 92 евро, минус 30%. Такие золотые. 107 евро. Тоже кожа. 107 евро, еще будет минус 30%. И вот такие. Такая модель 98 евро. Чтобы лучше было видно. И такая модель. 101 евро. Также вот как в синем. Натуральная кожа. Они все в синем.
черном, в белом, в синем и в белый с розовым. Джинсы. Вот эти джинсы в темном цвете. Тоже летний такой вариант, легкий. Slim fit. По цене 102 евро. Но от этой цены еще минус там 30%. Эти классные джинсы мне понравились очень. Ну, в темном-темном синем цвете. Тоже Slim Fit. 95 евро. Ну, от этой цены еще будет максимум минус 30%. Полностью синтетика. 88 евро вон ценник. Ну и минус 30%. Это, мне кажется, кожа будет. А нет, все искусственное. 92 евро. Из этой же серии в темно-зеленом цвете. Ценника нет. Ну, так же будет стоить. 86 евро. В сером цвете также. 85 евро такая модель. Такая модель футболки. 95 евро. Минус 30% и идет со значком. Видите, еще дополнительно значок идет. Девяносто пять евро такие. Двести один евро. Минус 30%. Футболка. По цене 55 евро. Ну и минус 30% от этой цены еще дополнительно. Должно быть. Через 2-3 недели. Повторюсь, если кому-то что-то будет интересно по сумкам, по цене, пожалуйста, делайте скриншот и присылайте на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Вот такая сумка. Идет с клатчем. Дополнительно плечевой ремешок есть. По цене 147 евро. Ну и минус 30% от этой цены еще должно быть. Из этой же серии есть рюкзаки вон там наверху. Такая еще модель джинс. Давайте посмотрим. Skinny. Skinny fit. €153. Ну и минус 30% от этой цены еще. €102. €102, ну и минус еще будет 30%. Такой свитшот. €119. €112 и минус 30%. Футболка по 70 евро.
космическая футболка это. Такие у нас брючки будут по 107 евро. Ну и минус 30%. Такой плащ. 250 евро. Ну, минус там 30%. Футболки еще давайте вот эти посмотрим. Сразу же по цене 52 евро они идут. Эти даже поинтереснее, чем в красном, по 70 евро. Скорее, в 100% хлопок, хотя может быть немножко эластан здесь. Сделано в Португалии. Да, эластан, потому что она чувствуется, то есть 95 хлопок, 5 эластан. И в черном цвете такая футболка. Кармаш такой с пайетками. По цене 58 евро. Ну и минус 30%. Здесь спортивный. То есть можно костюм подобрать. Мастерка. $101 на флисе. От этой цены не забываем минус 30%. И штаны тоже. Где ценник у нас? Подожди, это все, может быть, это... Кстати, здесь на брючине еще надпись. Мне кажется, это полностью, надо уточнить. Может быть, полностью костюм. Сейчас уточним. Продано? Это полностью получается костюм? Цена или нет? Да. Да? Да-да-да. Полностью, даже вот, полностью костюм. 101 евро минус 30%. То есть хорошая цена для женского костюма. Повторюсь, 101 евро. Минус 30%. На флисе. Так, повешаем. Классические белые футболки. Цена 49 евро. Ну и минус там 30%. Так, костюм эти показали. Такие еще футболочки. Такая сеточка идет. По цене 55 евро. Ну и минус 30%. Так, рюкзаки, да, чтобы идти там в тренажерный зал, такая сумка спортивная. 74 евро, ну и минус 30%. Рюкзаки. Легкие, очень легкие, но это все синтетика, текстиль. По цене будет 56 евро, ё. Ну и минус 30%. Так, ну, в принципе, все показали. Эти футболки, да, еще не показали. По цене 49 евро. И минус 30%, не забываем.
Кстати, есть еще очки. Цены разные. То есть вот цены, получается, там 77 евро, 107, 77, то есть, ну, ценники все вот на полке показаны. 89. Ну, от этой цены, возможно, что тоже будет еще дополнительная скидка. То есть, повторюсь, на какие-то модели будет скидка, на какие-то нет. Это все будет точно известно через там две недели плюс-минус. То есть, видите, все очки подписаны, номера проставлены. Все пронумерованы. Эти 50, да? Да. А цена какая будет у них? Смотрите. А, вот цена. Каждый свой. От этой цены еще 50%, так? Да, да. Ага. И на кассе есть несколько моделей очков с 50% скидкой. Вот эти еще очки покажем. То есть эти с 50% скидкой. Максимальная скидка. Да, то есть вот они пронумерованы все, допустим, вот это С. Видите, на дужке С стоит. Видно, нет? Получается не 113 евро, ну и минус 50% от этой цены. Например, F по 75 евро. Где у нас F? Вот они. 75 евро и минус 50%. Это уже не надо ждать, прямо сейчас можно заказать. То есть 75 пополам, 37-50 такие очки будут. Допустим, вот такие А. Моделька А. Смотрим на ценник. 93 пополам. 46,50. 46,50. То есть, ну вот, для понимания. Ну все, в принципе. Все, что могли, все, что успели, показали. Будут вопросы? Все, пожалуйста, пишите на WhatsApp. +34 633 644 944. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Все, до новых эфиров. До свидания.